промежуточный результат. Смотрите, вот здесь я только чуть-чуть проработала, а вот здесь уже подольше. Насколько ровная и гладенькая стала ткань. Друзья, наконец-то случилось чудо. Пришел мой долгожданный девайс, гаджет, продукт, товар и прочие синонимы этого слова. Короче, некая штучка-дрючка от Xiaomi. Знаете, что это? Это штука, которая будет помогать мне удалять катышки. Ну, как у него там это название? Короче, я не знаю, катышкоед пусть будет так. А в этом выпуске мы с вами сделаем распаковку. Я покажу вам, что за штука такая мне пришла, как она выглядит и как вообще она справляется с катышками. Короче, погнали. И да, эта штука мне пришла с Алиэкспресса. Та-дам! И досмотри до конца, потому что я расскажу стоимость этого, надеюсь, прекрасного гаджета. Погнали! Итак, друзья, наша первая задача — это распаковать аккуратно вот эту посылку. Посылка шла с Алиэкспресса примерно 1,5 недели. Пришла вроде бы нормально, визуально коцок никаких нету. Ну, вообще, как бы Алиэкспресс мало меня, конечно, разочаровывает с доставкой. В плане упаковки, в плане того, как долго идет. Ну, короче, давайте начнем. Я уже приготовила ножик, чтобы начать это все дело, кавабангу делать. Так, значит, распаковываем. Так, ну визуально, смотрите, коробочка неплохая, да, здесь еще даже есть вот такая штука для того, чтобы ничего не разбилось. Так. Как мило, в новогоднем стиле. Так, друзья, произошел небольшой фейл. Я думала, что я заказала себе некую штуку от Xiaomi, а как бы оказалось, нифига это не Xiaomi. Это только я так могу, умею, практикую, реально. Да, есть у меня тоже забавная история в арсенале, как я 5 лет всем своим друзьям говорила о том, что у меня стиральная машинка Samsung, а потом оказалось, что у меня как бы LG. Ну, да, бывает, бывает, друзья. Ну, здесь примерно та же самая история. Я была уверена, что я заказала Xiaomi, а у меня некий Lofans. Ну, что могу сказать? Ничего страшного. Открываем. Открываем. Так, что у нас тут? Ну, упаковано тоже все достаточно неплохо, хорошо. Смотрите, какой стильный. Так, здесь у нас тоже какая-то мягонькая упаковочка, да, чтобы все хорошо добралось до пункта Б. Что мы тут имеем в ассортименте? Угу. Смотрите, значит, заряжается он по USB, очевидно. О, это походу чистилка. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Можно поделать. Я, кстати, переживала, вдруг нужно будет батарейки, а нет, оказывается, без батареек. Так, ну здесь у нас пакетик, сюда убираем, пакетик оставим, будем хранить эти прибамбасы. Ну, во-первых, мне нравится дизайн. Обратите внимание, ручка якобы из эко-кожи, безусловно, это не кожа. А тут у нас что? Ну, я вот этой как раз-таки частью мы и будем чистить. Вот так надеваем на руку, скорее всего, и будем вводить. Давайте откроем. Так. Угу. Пластмасса. Здесь у нас... Как это все работает? Интересно. Простите, я ожидала. Короче, он уже заряжен, он уже работает. Вот это главное, естественно, кнопка Power. Мы на нее нажимаем. И вот он начинает пахать. Пальчиками я не буду здесь трогать. Сейчас я вам попробую продемонстрировать на примере, как работает эта уникальная штучка. Все, естественно, написано на китайском. Инструкции, кстати, нету, но думаю, здесь и ребенок, знаете, сможет сообразить, как он работает. Короче, давайте, наверное, проверим на практике, потому что обзоривать здесь больше особо нечего. Пойду принесу максимально зашкварную кофту. Ну вот, короче, это водолазка. Смотрите, вот на ней есть вот такие вот бяки-буки, которые вообще, ну, только вручную вот так вот оттирать.
Вот видите, тоже вот это вот все катушки, вот катушки. Вот, ну вот как бы все, да, все хорошо видно. Сейчас давайте попробуем проработать нашим аппаратом. Надеюсь, он даст вторую жизнь этой кофте. Еще смотрите, вот видите, да, тоже грязь. Вот это вот все нужно так сидеть сейчас вручную, если что, убирать. Ну и плюс мы видим на поверхности также вот такие вот катушки. Давайте попробуем. Вот тут тоже отлично видно катушки. Тут как бы все чистенько. Тут как бы не очень, да? Вблизи. Вот обработанный край. А вот нет. Ну вот как исправилась машинка с кофтой. Посмотрите, какая она стала чистая. Ну, правда. Ее точно теперь можно носить. Я осталась максимально довольна. По времени у меня заняло примерно минут, наверное, 10. Вот. Конечно же, еще есть над чем здесь поработать. Что хочу отметить из плюсов. Первое, она быстро и сразу же убирает катушки. Если катушки большие, она их съедает максимально тут же. Если катушки прям совсем маленькие, да, такие вот, ну, еле-еле начинаются, то нужно поддавить. Еще один плюс, это то, что, представляете, она не оставляет вообще никаких дыр. Ну, я, конечно, так сказала, представляете, но потому что я за это очень сильно переживалась. Ну, как вы видите, все прекрасно, все хорошо. Вот сколько я проработала вот этой вот машинкой, она не устала, заряд у нее не кончился, то есть я вообще не знаю, когда ее заряжали китайцы. Вот, короче, ребят, ну, хороша. Достойная. Так, ну, закончив проработку, наверное, желательно, конечно, всю эту историю прочистить. Так, есть вот такой специальный вот веничек, благодаря которому можно все это вот так вот соскрести. Вот что стало с моим веничком. Рекомендую вам, естественно, прочищать машинку сразу же после того, как обработали ткань, одежду. В целом, я очень довольна этой чудо-машинкой. Она справилась с задачей полностью. Именно. Она справилась с задачей полностью. Именно этого я и ждала от нее. Класс, супер. Рекомендую. Ну а теперь самое интересное. Стоимость этой чудо-штуки всего лишь 780 рублей. Представляете, заказывала я ее с AliExpress, и доставка до Новосибирска была примерно 1,5 недели. Кстати, я не отметила очень важный момент. Вы видели, как я ее уронила? Так вот, она даже не покоцалась. То есть она явно сделана из хорошего пластика. И это еще один плюс в копилочку этого товара. Поэтому, друзья, не тяните, а уже заказывайте скорее. И если вы тоже хотите иметь в своем доме такую чудо-штуку, то пишите комментарии под этим видео. И я обязательно каждому из вас отправлю активную ссылку на AliExpress, где вы сможете оформить заказ на эту крутую вещь. Я уверена, что она поможет каждому из вас избавиться от катышек. Друзья, я также буду очень благодарна за вашу обратную связь под этим видео. Ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ведь я рада каждому из вас. Ведь на моем канале много всего интересного, а самое главное, полезного. Я уверена, что каждый найдет здесь нужную информацию для себя. Поэтому давайте дружить! Ну а что, вам хорошего дня и до скорых встреч! Пока!